Сегодня в Лабытнанге с рабочим визитом побывала депутат законодательного собрания Ямал-Ненецкого автономного округа Елена Лаптандер. Прием по личным вопросам прошел накануне единого регионального дня приема граждан. Затем депутат отправилась на объект капитального ремонта городской дом культуры. Сегодня график Елены Лаптандер был построен по-особенному. Сначала прием проходил он за чашкой чая. Поскольку за столом в ожидании депутата собрались представители старшего поколения хора ветеранов «Северяночка». Они мечтают о новых сценических костюмах. Приближается юбилей города Лабытнанги, и обновление гардероба было бы настоящим подарком. Елена Лаптандер готова помочь коллективу в этом вопросе. С недавних пор я являюсь координатором проекта Всероссийской партии «Единая Россия. Культура малой родины». Этот проект направлен на то, чтобы поддержать культуру именно маленьких, небольших городов, поселков, поддержать эти коллективы. И сегодня у нас произошел разговор, мы поделились они своими просьбами. И на эту просьбу откликнулся мой коллега из Тюменской областной думы, Александр Борисович Широкалов, и сказал, конечно же, мы поддержим девочек, и перечислит ту нужную сумму для пошива костюма именно этому коллективу. Уже после приема Елена Лаптандер отправилась в городской дом культуры. Как человек, болеющий всей душой и сердцем за эту сферу, порадовалась таким кардинальным изменением. Светлые танцевальные классы, обновленные кабинеты, новый зрительный зал в ожидании кресел. В фойе на первом этаже уже функционирует подсветка. Приглашаю зрителей на большие премьеры, которые уже совсем скоро появятся на афишах ГДК. Осталось еще чуть-чуть, делиться хорошим настроением директор централизованной клубной системы Юлия Касперова. Впереди множество планов, задумок, идей, которые осуществлятся с введением обновленного ДК. Деньги направлены на большое дело, говорит депутат. Главное, что все получилось.